Солнце восходит на Пуке. Вчерашнее откровение с ДМТ было поразительным. Ритуал был совершен в этом месте. Тут когда-то мы с Пашей Скоти курили сальвию дивинорум на входе в мою пещеру. Вот на этом уже заброшенном и забытом кем-то людьми скальном отроге. Удивительно. Я просил дать мне возможность снять галочку запрета приближения к женщинам, чтобы передать свою генетическую информацию дальше. Но когда я покурил ДМТ, я вдруг осознал, соль не в этом, соль в самой жизни. Этот факт должен происходить именно в контексте. Именно в контексте бытия. Если это делается просто так, это так же бессмысленно, как и вся человеческая деятельность. Но если это является актом бытия, такого как ветер, как восход солнца, как пение птиц и летание летучих мышей, вот тогда да, тогда это священный акт, тогда все это осмысленно. Нужно придавать сакральность каждому своему движению, но сакральность не человеческую, а сакральность природную. Вот сейчас происходит священный акт рождения нового дня. Я сижу и наблюдаю за ним, наслаждаясь пением ветра, внизу над океаном рождается новый день, поет ветерок, все застыло, и все прекрасно. Но также и мне нужно передавать свои гены в той же сакральности, природной сакральности, и для этого и женщина нужна подходящая. Женщина природная, не искусственная. Таких очень